Здравствуйте, дорогие друзья! С вами иконописная мастерская «Иконография». Мы с вами уже практически дописали образ Николая Чудотворца. Нам остались некоторые технические моменты. Нам с вами осталось закрепить сусальное золото, асисты, которые мы с вами положили в прошлых сериях, сделать опушь, покрыть олифой икону и высушить, да? То есть это такие технические моменты. И сегодня я бы хотела с вами поговорить о наших будущих творческих планах. В день перенесения из Одессы в Константинополь нерукотворного образа Спасителя нашего Иисуса Христа я предлагаю вам подумать вот о чем. О наших будущих работах. И предлагаю вам сделать образ, написать образ Спаса нерукотворного. Перед вами образ, который находится в Третьяковской галерее. Образ 13-14 века Ростово-Суздальской школы. Посмотрите, вот такой красивый образ, который есть у меня в альбоме. Вы можете этот образ найти в интернете. Он есть в очень хорошем качестве. Я уже подготовила досочку. Это доска, да, иконописная. Я уже набросала рисунок. И скоро мы будем с вами делать подготовительные работы, прежде чем начать написание этого образа. У нас не точная копия. У нас образ, он будет узнаваемый, да? Узнаваемый образ, но с некоторыми изменениями. Это будет, конечно, новодел. Точная копия от нас с вами не требуется, но образ будет узнаваемый. Будут некоторые изменения, то есть на нимбе мы все-таки положим с вами золото. И вот эти медальоны, которые здесь выполнены в живописном варианте, мы с вами сделаем их такими золотыми медальонами и напишем надписи внутри этих золотых медальонов. Итак, я вас приглашаю подготовить свои досочки, готовить рисунок. И как только мы с вами закончим икону Николая Чудотворца, мы приступаем к написанию новой работы. Я желаю вам творческих успехов, всего хорошего. Увидимся в следующих сериях.